Привет, YouTube. С вами Ваня, и мы продолжаем играть в Регров. Так, в общем, что у нас тут интересного произошло? Я вывел кварц, Certus Quartz, характеристики 10-10-10, и уже размножил его на все это поле. Ну, естественно, как все это происходило. Я тут выстрелил змейку и часов 5 офкачил. Почему-то медленно он здесь растет. Несмотря на все вот эти вот плюшки. Ну, не знаю, видимо, это какие-то характеристики самого вот этого семечка, Certus кварцевого. Ну, потому что я замечал, что некоторые растения растут быстро, некоторые не очень. Вот, собственно... Естественно, все у меня тут работало все это время. Изредка мне приходилось пополнять уголь. Но вот что интересно, я вот сейчас заметил, что у меня вот здесь откуда-то взялся саженец джунглового дерева. И кроме как вот эти вот роботы, вряд ли могли его тут поставить. В общем, довольно интересный косяк, так скажем. Видимо, все-таки с роботами не все в порядке. Так, в общем, у нас есть Certus Quartz. Но... тут есть проблема. То есть, нам дается вот такая вот руда. В принципе, мы с этой руды можем получить только пыль. Причем, пыль можем получить либо в ручном гринстоуне, который еще сделать надо. И руками крутить. Не мой вывод. Не мои методы. Так скажем, по крайней мере, не на данном этапе игры. Так, и можем сделать вот такую вот штуку. Enrichment Chamber. Обогатительная камера, которая из одной руды. Вот, если честно, непонятно. Ну, видимо, либо 2, либо 4 кучки пыли сделает нам. Вот, еще рок-крашер. Шумная, большая, медленная машина, которую мы, наверное, делать не будем. Собственно, все. То есть, механического способа получения кристаллов, вот пока на данном этапе, нет. Если мы посмотрим использование вот этой вот пыли, ну, мы видим рецепты, семена, это все как обычно. Ну да, то есть мы можем... получать семена, отправлять это в лужу с водой, с ускорителями роста и выращивать чистый Certus Quartz, который, в принципе, ну, частично он нам сгодится, но из него нельзя получить заряженный Certus Quartz, насколько я знаю. Поэтому нам нужно все равно какой-то способ получать чистые, то есть вот эти природные кристаллы Certus Quartz. Вот. Ну и как оказалось... то есть нам на помощь снова приходит Enrichment Chamber, где из одной пылинки, из одной кучки пыли получается один кристалл. В общем, так или иначе, нам нужно делать вот эту вот обогатительную камеру. Так, вот это уже интересно. Кроме всего прочего, нам придется сделать зарядник для вот этого кристалла, потому что другого способа получить заряженный Certus Quartz просто нет, а без заряженного Certus Quartz мы не сможем получить флюкс кристаллы, без которых, скорее всего, вряд ли мы продвинемся в Applied Energistics. В общем, давайте в этой серии займемся модом механизм и сделаем вот эту вот обогатительную камеру. Делается она, скажу я вам, довольно-таки геморройно. То есть нам нужен кварцевый чипсет,
нам нужен железный чипсет. Нам нужны вот эти вот базовые контрольные схемы, которые мы уже умеем делать. В принципе, ничего такого сложного в этом нет. Так, что тут еще? Стальные пластины, это тоже не проблема, тем более у нас они есть. И вот такой вот стилкейсинг, который, сюрприз, делается из переплавленного железа, которое, в общем-то, пока для нас довольно-таки геморройная тема. И лист титана, который делается из слитков титана. А титан, соответственно, вы помните, как он делается. То есть сначала мы получаем, как это там, ну, не знаю, там, сырой, грязный титан, в который нужно добавить чудесным образом получаемый из воды и извести магний. Вот, то есть, собственно, вспомнить, из чего... кстати, давайте посмотрим, может, нам покажут рецепт. То есть, из чего делается кварцевый чипсет. Ага, из назра кварца. Это не проблема. То бишь... нам снова нужна куча редстоуна. Кстати, в прошлой серии я понял одну интересную вещь, о которой я, наверное, сейчас вам расскажу, когда мы спустимся в подвал. Так, я вот начинаю думать, не поставить ли мне... Кстати, у меня где-то... Где-то я же этих тейблов, по-моему, сделал много. Где-то они у меня должны лежать. Так, тут нет. Может быть, здесь. Так. Ух ты, у нас есть немножко титана. Так, ну все равно нам его надо будет сделать побольше. Так, тут я ничего интересного не вижу. Давайте проверим еще в подвале. Пока у нас нет никакого автокрафта, мне придется очень много всякой руды делать, и, наверное, удобнее будет это делать на форестровском ворктейбле. Так, собственно, о чем я хотел рассказать. Ну, помните, наверное, когда я рассказывал вот про эту систему труб, плакался, какие вот эти вот билдкрафтовские трубы плохие и неудобные, в частности, почему они нам не подходят. Вот, но я совсем забыл вот про вот эти вот механизмовские трубы. То есть они у нас как раз таки лишены всех проблем, связанных с этими трубами. То бишь, если вот эта вот штука не найдет никакого инвентаря, куда можно запихнуть предметы, она их не будет извлекать. То есть нам нужно всю вот эту систему, которая у нас тут есть сейчас, будет переделать вот на такие трубы. Это в принципе можно было бы даже это сделать давным-давно. Но, блин, вот реально этот модпак, он какой-то непродуманный. То есть, например, ну не знаю, возможно, конечно, я мог заняться Том Крафтом намного раньше и развить его. То есть, если бы сейчас у меня уже были големы, то я вот довольно-таки давно мог делать вот эти трубы и уже как бы с помощью них вполне себе неплохо автоматизировать всю систему.
Вот, но вот на данном этапе, то есть когда я уже буквально в двух шагах от Applied Energistics, я уже начинаю думать, что мне, наверное, нет смысла сейчас отвлекаться на вот эту вот систему, а сосредоточиться на Applied Energistics. Вот, потому что когда у нас будет Applied Energistics, мы вот эту всю беду, что у нас тут есть, очень даже легко автоматизируем. Причем всю фигню. Собственно, нам останется только получить големов, которые будут нам собирать урожай. Так, я сюда прибежал проверить, что у нас есть в этом сундуке. Так. Да, смотрите, у нас есть Worktable. Давайте... даже не знаю. Ну, давайте пока вот здесь это все поставим. Например, чтобы делать редстоун, по-моему, так будет намного удобнее. Ух ты, что-то я, по-моему, перестарался. А, блин, его тут аж по 12 делается. Круто. Так, пока суть до дела, мы можем взять вот здесь вот у нас стек железа. То есть у нас здесь все уже сделалось. Собственно, энергия пропадает. Так, вот сюда. Так, а смотрите-ка, у нас здесь есть и железо, и редстоун. Но не выбран железный чипсет. Ну ладно, пусть делается. Так, давайте еще пару стеков. Так, остался один кусок редстоуна. Давайте его вот сюда докинем. Так, титан. Нам нужны титановые пластины. Пусть пока делаются. Так, теперь нам нужен Nether Quartz. Так, Nether Quartz. По-моему, он делается из... Найти бы их еще. Так, это медь. Может, я их вообще не высадил? Так, какие-то адские семена. Так, кстати, это у нас рутил. Он нам, кстати, тоже нужен. Так. Теперь осталось найти адские семена. Так, это у нас огонь. Это редстоун. Ардит. Слушайте, вот будет прикол, если я их не высадил. А я их вполне мог не высадить. Потому что я... Или высадил где-нибудь вот здесь вот одну маленькую грядочку. Так, это что у нас? Блейз. Нет. Так, ну знаете, блин, похоже, я их просто не высадил. Да. Хреново. Могло быть и хуже. Так. Делаем то же самое с титаном. И отправляем его в переплавку. Наверное. Ну да, в слитке нам его смысла нет отливать, потому что нам нужен будет
Так, где у нее здесь? Вот она, эта штука. Отлично, все не влезло. Ну это ладно. Давайте вот так вот сделаем. Опс, отдай. Так. Там выйдет 2 примерно. Да, надо бы тут какой-нибудь хоппер поставить, чтобы руками с этим не заморачиваться. Так, а пойдемте искать адские семена. Засада еще в том, что, скорее всего, они у меня не размножены. То есть мне еще и размножать их придется. Так, Netherwart, опыт, Certus Quartz, сера, криперы, гасты, чеснок, артишок, мандрейк. Так, вот это же интересно, их здесь нету. Так. Это у нас там крафтовские семена. Так, здесь у нас что? Ясен, Сайрон, Купер. Так, здесь по у меня сундук с тем, что у меня уже высажено. Так, здесь что у нас? Это ванильные семена. Здесь цветочки. Ага. Так, ребята, это тоже интересно. Может, у меня их, этих семян вообще нет? Же я их мог пропустить-то. По-моему, они как-то называются Nether Seeds. Так, погодите. А не из них ли делается... Эти самые черепа. Нет, точно не из них. Так, пушина. Soul Seeds. Нет, из них делаются кости и черепа, но никак не Nether Quartz. Скелетоны. Нейчер и обсидиан. Копер. Железо. Эссенция. Так, это золото, это уголь. Это осмий. Олово. Земля. Рутил. Certus Quartz. Голдстоун. Так, это у нас огонь, вода, алюминий, алмазы, ляпис должен быть, редстоун, инфьюзд шардс. Так, это эмеральда, пауки, ордит, кобальт. Слушайте, ребята, блин, ну это конкретный фейл. Это реально конкретный фейл. Как же я забыл-то про эти семена? Либо я про них забыл, либо я их просто потерял. Потому что, если честно, я почему-то помню, что я их выводил.
потом окажется, что они где-нибудь лежат в сундуке, и я их тупо не заметил. Это будет, конечно, очень весело. Так, ладно, давайте посмотрим. Наверняка у нас... Да, у нас есть немножко Назар кварца. То есть... Кстати, а здесь у меня часть семян еще валяются. Это эти грибы. Эссенция. Так, а это что? А, это Pure Daisy. Ладно. Все это, конечно, очень хорошо, но... В общем, я за кадром восстановлю себе запасы этих семян. Сейчас этим, естественно, заниматься не буду. Так. То есть совсем немножко кварцевых чипсетов мы сможем сделать. А, по идее, нам этого должно хватить. Давайте пока займемся титаном. Так, рутил. Так, отлично. Вот так вот. Пока плавится. Так, вспомним. Так, стальные пластины. Они у нас есть. На этот корпус нам нужны еще осмиумные платы и рефайнат сталь. Сталь у нас... Так, рефайнат сталь у нас нет, потому что... Так, сколько нам 4 штучки надо? Ну, пока сделаем 4. Так, тут у нас... Кстати, она, по-моему, очень быстро делается. Возможно, одного куска угля хватит сразу на несколько. Да, возможно, даже имеет смысл сделать как-то вот так. Пусть делает побольше. Так. Дальше. Надо сделать парочку таких плат. То есть нужен, опять же, осмий. Осмий. Так. Может сразу стек сделать. Наверняка нам понадобится их много. Торопиться нам все равно пока особо некуда. Так, вот это у нас уже есть. Отлично. Пусть делается. Посмотрим, как тут наш титан поживает. Титан у нас поживает неплохо. Так, у меня там наверху, кстати, хопперов полно ненужных. Кстати, один, скорее всего, даже в инвентаре у меня валяется. Так, тут я вот что-то не вижу. И тут не вижу. Значит, я его куда-то выложил. Не сюда. Не сюда. Кстати, у меня немножко апатита даже есть. Так, наверное, он у меня все-таки внизу валяется. Где-нибудь
Ух ты. А я, блин, еще хопперов делал. Оказывается, я их уже наделал себе целую кучу. Так, вот так вот давайте сделаем, чтобы больше сюда не бегать. Только придется... Теперь из-за хоппера я не смогу заглянуть в контроллер. Нет, ребята, демократы. Это не вариант. Опа. Это хоппер отсюда вынул. Из этой штуки отправил туда. Прикольно. Так, в общем, у нас есть немножко титана. И он у нас первый. Отлично. Так. Значит, это у нас, можно сказать, практически готово. Осталось только Refined Steel забрать. Так, осмий делается. Так, где у нас... Так, нам их нужно две штуки. Что она делается там? Ага. И четыре осмия нужно. Он у нас весь. Ну ладно. Так, и 6 редстоунных чипсетов. Так, отлично. Отлично. Так, что у нас дальше? Угу. Железный кварцевый чипсет. Так, кварцевый, железный. Что там еще было? Две стальных пластины. Ага. И два слитка осмия. Да, ребята. Рецепты, конечно, драконовские. Реально нужно все силы бросать на автокрафт. Потому что вот это вот каждый раз. Причем это еще начало только, ребята. Дальше будет хуже. Так, ну, собственно, отлично, энергия идет. Ага, так, здесь мы можем настроить. Угу, так. 20 РФ за тик, это нормально. Так, здесь какие-то апгрейды. Ну, наверное, мы сделаем вот так. И он не работает. Так. Почему он не работает? Сартус кварц 199.
Может быть, тут что-то надо настроить. Теперь он начал работать. Интересно. Очень даже интересно. Так, ну, даже не знаю, наверное, стоит заморочиться. Так, ага. Вот здесь еще, может, здесь Redstone сигнал какой-то ему мешал. Ну ладно, работает. И, собственно, пусть работает. Наверное, нам нужно... еще такую машинку сделать. Ну, возможно, имеет смысл сделать нормальные кабели. Хотя с нормальными кабелями мы не сможем использовать вот эти вот трубные провода, которые нам, собственно, особо-то и не нужны пока. Да нет, они нам вообще не нужны. Если мы полностью откажемся от BuildCraft труб, от энерго в первую очередь, и от транспортных во вторую, блин, только вот я что-то начал нахваливать BuildCraft, как оказалось, что опять же, как только есть любой более-менее адекватный мод с трубами, BuildCraft полностью становится не нужен. Ну, по крайней мере, транспортная система BuildCraft. Да. Блин, ну вот реально они красиво выглядят. С ними удобно работать. Ну уже, блин, отказался бы он от этой вот явно отжившей своей системы. Сделал бы вот как... да хотя бы как в том же Red Power. Сразу бы эти трубы стали играбельными. Все бы ими стали пользоваться. Ну, есть у них, конечно, большие минусы. То, что визуально видно, как бегают предметы по ним. Это, конечно, отрицательно сказывается на производительности. Да, ну, если взять механизмовские трубы, они, конечно, в этом плане лучше за счет того, что они извлекают сразу стеком. Ну и плюс можно... то есть извлекают только тогда, когда этот предмет может куда-то дойти. Если все занято, он не будет извлекаться. В этом плане они, конечно, намного лучше. Так, давайте, нам пора, наверное, уже закругляться. То есть задачу минимум мы на сегодня сделали. То есть следующим шагом давайте посмотрим, что нас ждет в Applied Energistics. Так, то есть первым делом нам понадобится сделать чарджер. Опаньки. Так, Refined Steel. Осми, это есть. Advanced Control Circuit. И элитный Control Circuit. Круто. Опаньки. Iron Chipset. Enriched Alloy.
Enchanted Circuit Board. Так, ну вот эти штуки простые. Так, бронза. Угу, таких штук надо сделать. Да, ребята. Это реально какой-то садистский модпак. Мне даже страшно заглядывать вот в это вот. Я еще, кстати, тут до конца не посмотрел. Ага, золотой чипсет нам еще понадобится. Ёперный театр. Не, ну ребята. Reinforce Alloy. Давайте вот это сначала посмотрим. Ага, Metallurgic Confuser нам нужен. Ё-моё. Если вот эта вот машинка нам... Мы ее делали, блин, можно сказать, 20 минут. Ну ладно, там. Минут 10 я тупил и искал кварц. Так. Так, а для крутой что нам понадобится? Ага, ну тот же самый Metallurgic Confuser, только... Либо алмазная пыль, либо какой-то сжатый алмаз. Так, алмазная пыль. Ага. То есть это мы уже все можем. То есть нам сейчас нужен, получается... Metallurgic Confuser. Так, слушайте, ну он, кстати... Давайте его сделаем, чтобы какое-то логическое завершение, так скажем, поиметь. Так. В принципе, мы его сделать можем. У нас практически все есть. А, ну, эти пластины мы сделаем, если надо. Чипсеты у нас есть. То есть самая сложная вещь — это вот эта штука, для которой нам не хватает только переплавленной стали. Блин. 4 штучки. Отлично. Есть два чипсета. А, стальные листы нам нужны. Тьфу, не стальные, а железные. Сейчас мы их быстренько сделаем. Готово? Да, мы готовы. Так, если мне не изменяет память, то там у нас что-то было связано с редстоуном. То есть сюда мы кладем редстоун. Ух ты, у меня тут и сталь есть, и титан есть. Но нет железа. Так, а зачем нам нужно было железо? А, вспомнил. Сюда мы кидаем железо. И эта штука начинает работать. И получаем Enriched Alloy. Так, с ним мы можем делать... можем делать апгрейды. Ой, ё, не, я не хочу делать апгрейды. Ну, вообще не хочу. Солнечную панель можно сделать.
Так, и что, все что ли? По-моему, из них там более крутая микросхема делалась. Ну, не микросхема, а... Так, давайте еще раз посмотрим. Так, то есть здесь нам нужен Enriched Alloy. Так. А здесь нам нужен... Да, тоже Enriched Alloy, но с алмазами. Так, я что-то думаю, что вот этих вот Metallurgy конфьюзеров лучше иметь несколько, потому что здесь мы залили Redstone. Вот судя по вот этой вот кнопочке Dump, я так понимаю, что... Чтобы залить что-то другое, нам нужно вот это все будет уничтожить. Это не очень хорошо. Так, как тут у нас дела с углем? Плохо. Плохо, плохо, плохо. Давайте сейчас заправим топку. И на этом закончим эту серию. Я так чувствую, что путь к Applied Energistic у нас будет долгий и нудный. Надо бы, конечно, там крафтом заняться, но мне так и не удалось найти никакую информацию о том, как исследовать. Так, уголь у нас есть. Знаете еще что? Так, где у нас этот томометр? Вот, например, если мы пытаемся исследовать сундук, вон там в нижнем правом углу, он нам пишет, что чтобы понять это, вам нужно изучить растение. Ну блин, это так мелко написано, я вот реально с трудом различаю, что там написано. Ну, понятно, что это еще у меня как бы разрешение стоит 720p, хотя должно стоять 1080. По идее, для моего монитора. Если вставил 1080, я бы вообще там ничего не прочитал. С 2 метров. Вот. Ну, как бы, да, то есть нужно изучить растения. Если мы попытаемся изучить... Ну, вот это вот растение же. Он нам говорит, что... Нам нужно изучить источники жизни. Черт его знает, что это такое. Ну, видимо, как обычно, там огонь, вода, воздух. Кстати, огонь. Я лаву уже могу изучить, наверное, попытаться. Раз я воду изучил, давайте, наверное, так, вот это у нас как раз огонь. 5 штук. Нормально. Опаньки. Можно было, конечно, в ад сходить, но я не перенес портал. У меня просто сейчас нет портала. Надо его будет сделать когда-нибудь. Так. Ага, отлично. Лаву изучили. Теперь-то нам можно изучать растения? Нет. Он нам говорит, что нужно изучить источники жизни.
Чего вот ему не нравится, а? Может, вы мне подскажете? Что ему еще нужно? Воду я вроде как изучил. Огонь изучил. Землю пытался изучить. Ага, землю даже изучил. Так, возможно. Что-нибудь воздушное. Так. Все, надо закругляться. Слишком долго уже. В общем, ребята, реально выручайте. Я с этим Таумкрафтом тут буду тыркаться 100 лет методом научного тыка пальцем в небо. Может быть, конечно, что-нибудь и выйдет. Но, если честно, мне это нисколько не интересно. Я так чувствую, что все это кончится тем, что я тупо начитерю себе Таунимикон, этот ихний, в котором уже все изучено. Вот. Так что, такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.